О чем мечтаем мы, когда пьем виски, сидя у камина? О чем мечтаем мы, когда она целует в шею и говорит «люблю»? А что такое эта самая любовь? А может, это то, когда вы за нее платите в кино? Или может, то, когда ей говорите «одевайся, ты тепло, на улице прохладно»? Наверное, у каждого она своя, особенная и в разных смыслах проявляется, говорит тебе, что вот, вот это та самая любовь. А что такое это та самая любовь? Когда она встречает тебя с работы уставшего, или когда ты помог ей открыть банку огурцов, или достать с верхней полки кухонного шкафа ее любимую кружку, потому что она у тебя маленькая. Когда в магазине она просит киндер, а ты берешь за щечки и говоришь «хорошо, хомяк», но что она дуется и берет килограмм яблок. Когда ты в гневе и никого не хочешь видеть, эта придурочная прыгает на тебя и говорит «слой медведь, я твоя Маша». В такие моменты ты понимаешь, что слово «любовь» не играет роли, что слово «любовь» не имеет смысла, что лучше заботы не может быть ничего, что вас объединит лишь только поддержка. Каждый это знает, но не каждый ценит.